Сложно комментировать, наверное, игру, когда такой счет, какие-то плюсы находить в нашей игре. Но, с другой стороны, я думаю, что все-таки счет не столь как бы объективно отражает то, что было на футбольном поле. Вот. Надо отдать должное хозяевам, конечно, они нас, в общем-то, классически и грамотно, очень грамотно наказывали за те ошибки, которые, в общем-то, мы допускали в обороне. Вот. Ну и забитые мячи, однозначно, они как бы придавали уверенность хозяевам. И, в общем-то, в первом тайме, в общем-то, мы ощущали определенное давление, в общем, на оборонительные наши, мы так говорим, порядки. Вот. Ну, с другой стороны, второй тайм вроде бы начали так уверенно, опять вроде бы захватили. Хотя даже и первый тайм, в общем-то, начало было, в общем-то, неплохое, имели вроде так инициативу и какие-то определенные подходы, но, к сожалению, в общем-то, в концовке находили, в общем-то, неправильные решения и, в общем-то, не доводили те подходы до логического завершения. Второй тайм вроде бы тоже терять уже было нечего. В общем, вышли вроде бы тоже как бы начало было неплохое. Вот. И пытались, конечно, вытащить эту игру, но с другой стороны где-то рисковали, где-то оголяли. Вот, тылы, в общем-то. Ну и вот этот четвертый мяч, который мы получили со стандарта, тоже как бы, наверное, уже решил там окончательный исход поединка. С первых минут соперник начал размашисто широко атаковать. В принципе, что привело к тому, что при насыщенной обороне мы перехватывали мяч и сегодня хорошо сыграл Подерин в атаке, взаимодействовал с Синявским. То есть и Лусикян, ну вся группа атаки очень активно действовала при отборе мяча. Предлагала себя свободная зона, которой было много. Потому что соперник пытался играть первым номером. Ну и использовать то пространство, которое дал соперник. Все голы были забиты после быстрых встречных атак. Ну, со стандарта последний гол, который хорошо исполнили, там Синявский, Глухов. А так, в принципе, по игре, боевая такая игра была, понравилась болельщикам. Много голов 5. Хотя в наши ворота, считаю, не нужно было на последней минуте. Ну, в принципе, все.